Итак, у нас есть зарядное устройство Триада 50. Есть аккумулятор, который надо зарядить. 60 ампер-часов у него емкость. Вот, и он слегка разряжен до почти 12 вольт. Поэтому при помощи зарядного устройства Триада 50 мы сейчас его зарядим и посмотрим, что будет происходить. Включили зарядное устройство в сеть, идет ток. Режим у нас 6 ампер, то есть заряжаем током 6 ампер. Так, и нажатой кнопке соответствует, которая справа, режим лета, значит, заряжаем мы в летнем режиме. Напряжение немножечко, конечно, подскочило. Правильное напряжение у нас появится где-то в районе 13,4 вольта. То есть тогда процесс можно будет считать, что он закончится. Ну что, какие светятся индикаторы? Индикатор сеть. Индикатор перепылесовка не светится, потому что мы все подключили правильно. Ток у нас, ну, будем считать 3 из 6. Наверное, это ближе к 3 амперам, скорее всего. То есть небольшим током заряжаем аккумулятор небольшой емкости. Все делается правильно. Вот. Но если, например, в режим 12 ампер, о, как он сразу, большой ток, ну и засветились фары. Так, значит, а фары должны светиться только в момент, когда заряд завершен. Значит, мы уходим опять в заряд с 6 амперами и будем ждать, пока аккумулятор не зарядится. Пока аккумулятор заряжается, обращаем внимание на вентилятор в задней части. Для мощного зарядного устройства это просто необходимо. Триада 50 это мощное зарядное устройство, по крайней мере в режиме 12 ампер. Чтобы не перепутать, какой режим для чего, читаем инструкцию. Вот у нас органы управления, кнопка 6-12 ампер и кнопка зима-лето. Ну, мы все выполнили, у нас все по-честному, все по правилам. Аккумулятор у нас был разряжен не до конца, поэтому ток заряда в режиме 6 ампер небольшой. 3 из 6 делений, но вот если его включить еще раз в 12 ампер, видно, что что-то происходит неправильное. То есть и ток большой идет, и фары включились. А фары должны включаться только по окончании заряда. Значит, этот режим нельзя выбирать. Через 2 часа напряжение на аккумуляторе стало 13,55 вольта. Вот он стоит, родный, заряжается. Зарядное устройство. Засветились фары зеленым, а ток уменьшился до 2 светодиодов. Значит, можно считать, зарядка у нас завершена. Контрольный прибор, который это подтверждает, вольтметр 13,55. Так и должно быть. Ну, если отсоединить зарядное устройство от аккумулятора, то напряжение чуть-чуть упадет. Где-то, наверное, до 13,4 вольта. Заряд завершен. Зарядное устройство Триада 50 замечательно с этим справилось.